Накануне жители барнаульской многоэтажки обратились в администрацию железнодорожного района. С их дома посыпались декоративные гипсовые элементы фасада. На место происшествия выехали власти города и района. С помощью спецтехники коммунальщики убрали опасные фрагменты фасада, а также приняли меры по ограждению дома. В связи с погодными условиями произошло намокание штукатурного слоя и кирпичной кладки на балконной части, на двух балконах по адресу строителей 4. Происходит отслоение и обрушение этой штукатурной кладки, в связи с чем опасное место у нас огорожено. Выездное совещание по ситуации на доме провел глава Барнаула. Он поручил обеспечить безопасность горожан в районе проведения работ. Дальше проведем уже в районе КЧС. И на сегодня, я думаю, к вечеру будут результаты уже экспертизы, по которым мы будем принимать решение, что в дальнейшем делать. Разбирать, достраивать, доделывать. Ну, будем ждать результатов. Глава администрации железнодорожного района Андрей Курышин пояснил, есть риск обрушения части балконов, однако на сегодняшний день нет необходимости отселять жильцов. Одна специализированная организация здесь, вторая в квартирах. Уже пригласили собственников, они в квартирах смотрят, есть ли какое-то разрушение, либо нет. Добавим, дом 1955 года постройки. Чтобы не допустить ЧП, территорию здания огородили, сформировали коридор для пешеходов, а также перенесли остановку аптека на 50 метров вверх по проспекту строителей. Мария Костылева, «День с толком».